Привет, народ. Глафира Абрамовна продолжает активную жизненную позицию. И прибыла в санаторий профилактории Волжанка на соревнования по настольным играм для инвалидов. Не знала, что у нас такие есть. Но сказали, что надо быть. А у меня, как партия сказала, самол ответил, сделаем. Ну, немножечко по территории пройдемся. Это территория города, так называемая 4-я просека. В общем-то, от дома недалеко. Ну, прохладненько так. Пошли посмотрим, что есть, беседки. Вообще, это профилактория для детей. Работаю круглогодично. Все санаторные всякие забавы есть. Типа лечения. Там площадка для занятий спортом. Крутая калитка, чтобы дети не убежали. Дождик тут, видимо, прошел приличный. Территория небольшая, прудик. One friend. Калитка закрыта. Да. Тоже территория другого лагеря. Ой, какой пруд. Жалко туда не пройти. Это чтобы дети домой не убежали. Вот, смотрите. Камыши. Все дела. О, красота. Однако неплохо. Мужчина какой-то уже с утра пораньше тренируется. Пока ехала, заметила на территории работают в основном гастарбайтеры. Я думала, они у нас в городе не работают дворниками. В санаториях просто работают. Ну, тут комплекс санаториев, как детских, так и взрослых, оставшихся еще со времен СССР. Мужчина молодец. Забивает. Ой, сказали, отдохнете, развеетесь. В воскресенье была температура, в субботу температура была, свечка опять дала мне кости. Вот тебе и развейся. Ну ладно. Скоро развеетесь, значит развеетесь. Тихо. Мирно. Хорошо. Живу в номер, в котором меня поселили. Ели. Блин, только ели, но и пили. Всех заселяют номера. Поедемте в номера. Это второй этаж. Это территория. Так. Пошли искать номер. Персонал.
Ух ты. Кулер, холодильнички. Мой номер. Ух ты. Троих. Шкафчик. Дети уже тут все поломали. Вот. Кровать. Стелиться. Черт, ватер-клозет. Вытяжка. Туалет. Туалетная бумага есть. Обалдеть. Дайте две. С ума сойти. Селфи. Пипец. Ой. Полотенце упало. Так что вот так. Как-то так. Чего только. Шкафчики. Картины. Вытяжка натуральная. Тумбочка. Все, что хочешь. Ну тут. Никого. Никого. Где Санька? Занята. Завтра. Так, пожалуйста, вам. Спасибо. Пожалуйста. Каша рисовая. Масло. Ножи даже есть, вилки. Какао. Еще одну девушку. Так, хорошо. Это уходит сразу. Так, кто попробовал, отходите, друзья, пусть попробовать, так больше не будет ни у кого воды. Так вот. Дайте другим тоже. Народ сколько сандвичей? Желудки аж больше, чем молодые. Раз, два, три, четыре, Здравствуйте! Здравствуйте! Рада вас приветствовать на нашем мероприятии. Обзывается оно «Спортивный фестиваль по настольным играм». Будут представлены две игры – «Шаффлборд» и «Жульбак». «Новус» будет просто пробной. Кому интересно вообще дальнейшие занятия этим видом спорта. Что такое спорт? Это здоровье. Вот это территория Спиридоновского пруда. Потом покажу вам картинку, что она означает. Читала какое-то место священное. Мы обустроили тут все. В общем-то, хорошо. Красиво. Птицы поют вовсю. Видел недавно. А, Спиридоновский пруд. Вот оно. Историческая действительность. Может, у глубоких оврагов.
родниками. Объем 11 тысяч кубических. Смотри, глубокий. 65 длина, 25. Вот, а. Его плакучее. Местечко для отдыха, конечно, неплохое. Так все организовано. Молодцом. Кто не знает, почему плакучая ива, рассказываю, потому что выделяет сок. Если под плакучей ивой сидеть, ее капает. С растений капает, с листьев. Ну и, соответственно, рядом Спиридоновский храм. Территория облагораживается. Видите, жилой комплекс рядом. Буквально рядом с жилыми домами. Школа какая-то. То ли фитнес-центр. Вот храм восстанавливается. Говорят, будет просветительский центр. Красиво делают. Закончат, будет симпатично. В честь иконы Божьей Матери Скоропослушницы. От борта попробуйте, от борта. Хоть от этого, хоть от этого. О! В том числе рождается отличными песнями. Итак, инструментальная группа. Больше песен, все песни сегодня. Давай, друзья. Когда просвет и нежным сором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным цветным узором земля и небо сливает друг. Зажигайте, пенсионеры, не сидите дома, ходите, общайтесь. С тобой всегда. Проблема, но находят же силы и разные, сказать, в себе потенциалы, чтобы вот так вот ходить, плясать, участвовать. Все лучше, чем за руку дома. Ну да, но он не так называется. Утешительный. У нас присутствует еще приглашенная одна, немножко попозже, но она попала в конкурс. На награждение, а даже не на открытие, а на награждение. Это Екатерина Александровна, руководитель отдела по спорту при администрации. Да, вот так вот. Может быть, это не совсем правильно, но вот спасибо. Добрый день, уважаемые участники, гости данного мероприятия. Я рада вас видеть. Очень много знакомых лиц здесь на мероприятии я увидела. Своих друзей встретила. Познакомилась, приобрела новых друзей, очень рада и хотелось бы выразить огромную признательность организаторам данного мероприятия. Оно очень значимо, актуально в наше время. Это спасибо большое тренинной Наталье Викторовне. Наталья Викторовна, спасибо вам за мероприятие. Спасибо большое главным судьям. Это у нас Ножкина представитель, Татьяна Георгиевна. Спасибо вам большое, Татьяна Георгиевна. Чернов Сергей Сергеевич и Кочевников. Я извините. Можно? Давайте тогда позовем. Да, скажите, Пусть вам.
лежит. Спасибо большое организаторам за данное мероприятие. Желаю всем успехов дальнейших, побед, благополучия, здоровья крепкого. Давайте отдохнем. Да? Да. Понял. Опа, ударилась. Заноза прямо под ног. Да, сразу убирается. Пробует тоже? Нет, уже все, соревнуется. Она наоборот много пахнет. А это вдвоем, что ли? У кого зеленая пахнет? Не переживайте. Так, значит, красная 8, 9. Нет, Сергей. Сергей 9. 9. Значит, 8, 7. Значит, будет 15. Молодец. Побед. Соляночка. Салатик. Вот накрыть, да? Вообще корректный карбурик. Здоровье. Тоже перцем пахнет. Ух. Никак не получается. Танцы, танцы. Шерочки с машерочками. Молодцы, пенсионеры активные, вон, кружат девушек, что хотят, то и утворяют. Сейчас будет концерт, и представляете, вокально-инструментальный.